Республика Молдова заняла 75-е место в рейтинге безопасности стран 2021 года, который опубликован на сайте глобальной базы данных Numbeo. Всего в рейтинг включено 135 стран. Молдова в текущем году расположилась на 75-й строчке. В прошлогоднем рейтинге наша страна была на 70-й позиции. Менее безопасным в 2021 году оказались такие страны, как США – 80-е место, Украина – 82-е, а также Франция, которая расположилась на 89-й строчке. В первую тройку Стран в рейтинге безопасности вошли Катар, Тайвань и Объединенные Арабские Эмираты. Замыкают список ЮАР, Папуа-Новая Гвинея и Венесуэла.